Электрические пилы. Отличный пример такого инструмента – Bosch AKE3518S. В отличие от бензиновых, электрические пилы не требуют заправки топливом. Электропилы проще в использовании и производят меньше шума при работе. Отсутствие выхлопных газов делает этот инструмент экологически безопасным и позволяет использовать электропилу внутри помещений. В холодное время года пользоваться электропилой даже предпочтительнее. У нее отсутствуют проблемы с запуском на морозе, что для большинства российских областей очень актуально. Недостатком электрических пил можно назвать зависимость от источника электропитания. Но если вы не собираетесь рубить лес вдали от дома, то этот инструмент именно то, что вам нужно. Важнейшими условиями производительного пиления является высокая мощность и скорость движения цепи. Именно здесь пилы Bosch показывают свои преимущества. 1,8 кВт при скорости 12 метров в секунду. И еще одно замечательное решение. Подтяжка и замена цепи без применения инструмента за счет использования системы Bosch SDS. Концепция полной безопасности Bosch обеспечивает спокойную работу пользователя. Вес 4,3 кг. Цепные электропилы отлично подойдут для плотницких работ, для заготовки дров и небольших работ в саду. Надеемся, наше видео поможет вам выбрать нужную технику, которую вы всегда сможете приобрести в магазинах «Техносад».